И невеста Христа в церковь приготовила себя. Мы зовем на брак Агнца. Кто будет верой крестится, он будет списан в книгу жизни. И никто не пришел. Вот, я говорю, что не только человек. А что это четыре человека? Маэстро сказали, что сегодня здесь будут доделать прибавку по 5000 ваших пенсий. Кто придет, давай это время будешь на 5000 больше получать. Вы думаете, что там было? Вы бы очень туда стояло и давили бы за ограды. За 5000. А Господь дал им вещи. Или возьмите, если было обещано вам здоровье, для того, чтобы вы не пришли. Или было бы сказано продлиться ваша жизнь, чтобы вы радовались детьми. А Господь дал им вечную жизнь. И никто не хочет слушать. Почему? У человека нет навыка. Если учит человек, он придет. Вот мы были в Буканке, мы тут все прошли, знаете, такое село Буканка. И мы в одном месте, в одном доме нашли человека баптиста. Он такой баптист, не будешь. Но он обязательно пришел, он приучил Слово Божие, с женой вместе пришел. А православные, которые там где прошли, пришел один или два человека, они не нуждаются. Но когда мы были в Елёк и предварительно с людьми, беседами тамошними, кто там расположен, вывешено объявление, пришло 42 человека. Видите, какая разница. То есть с вами никто не работал. Если бы в этой местности люди работали по Евангелию, все пришли. Потому что Евангелие нужно еще разъяснять. Я с этой миссией к вам и приехал. Разъяснить Евангелие, чтобы его правильно понимали, чтобы люди слышали Слово Божие. Я привез интересный материал. Мы очень вижу, попрошу наших братьев подойти к хорошему зрению. Почитать этот материал. Вот, а тут еще что-то пишет. Вы знаете, что умер патриарх Алексей II, на его место избрали Кирилла, новый патриарх сейчас. Представляете,
Да. Отпустите кошку. Какое дело мне? Пролить, да. Даже слушайте. Какое дело вам говорит? Он должен выйти за ограду храма и отправиться во внешний мир на улицу. Это кто говорит? Патриарх, священник. Священник должен храм закрыть и пойти по домам. Мы делаем его рабов. Он это должен делать. На вокзал, в электричку, на перекрестке дорог. Идти навстречу человеку, учить, как апостолы учили. Итак, идите и научите все народы. А для этого необходимо изменить привычный взгляд на природу и внутреннее содержание миссии. От нас требуется сознание той истины, что миссия далеко не требуется проповедью привычной, уютной и милого нашему сердцу обстановки православного прихода. Арена нашей битвы – жесткая и нередко враждебное пространство современного мира, где нас могут ожидать и понимание, и раздражение, и сомнения, и насмешки, и разочарования. Именно в этой, столь еще непривычной для нашей проповеди и малокомфортной среде мы должны научиться свидетельствовать Слово Божие. Так говорит Патриарх. Свидетельствовать, научиться, будет враждебно, почему не человек? Он понимает это. Он сам должен выйти, из епископов надо вывести, православие забухают, ничего места не остается, храмы будут пустые, их мусульманам передадут. И кто пишет об этом? Когда пишет референт патриарха, дальше сейчас будем читать, который готовит ему доклад. Диакон Андрей Кураев, самый известный профессор православного богословского института. Да ведь ты как бы в телевизор видели, как патриарх Кирилл какой же любит. Людям приходит, не только в храме проповедует и говорит, но людям слово говорит, в окружении его люди там. Литературная газета 11-17 октября за 2006 год. Номер 42, страница 8. Вы все это можете сами, не то что сказать, что я для себя читаю его. Вот я вам называю источник оттуда. Газета «Труда» 19 ноября 2006 года. И литературная газета 2006 года, 17 октября. Православный миссионер в 21 веке. Я только что вернулся из Турции и ездил в Талисман Вселенских соборов. Константинополь, Никея, Эфес, Халкидон. У меня было ощущение, что это путешествие – будущее России, а не прошлое.